Под зданием управления образования Мариупольского горсовета 12 августа требовали уволить 8 учителей. Причиной акции стала публикация на городском сайте 0629 скриншотов со страниц в социальных сетях педагогов нескольких школ Мариуполя. В «Одноклассниках» некоторые учителя лайкают видеообращения российских политиков, другие – главарей ДНР. Кто-то ставит отметку «класс» под карикатурами на украинское правительство или постами группы «Антимайдан». Прямых доказательств причастности к сепаратизму данных учителей организаторы акции не предоставили. Ми вимагаємо негайно звільнити всіх цих вчителів зі школи. Також провести профілактичну роз'яснювальну роботу серед вчителів і керівників навчальних закладів щодо недопущення ними подібної поведінки і відповідальність за неї. Главний редактор 0629 говорить, після публікації статті в редакцію обращаються родителі, діти і інші педагоги. К нам звонят и пишут люди, и на почту, и по телефону, звонят родители, звонят дети сами, звонят коллеги, ну, патриотично настроенные коллеги, которые называют все новые и новые фамилии, имена, ну, учителей, которые просто, ну, нам рассказали, что вот одна учительница в школе носила браслет с флагом ДНР. Вот, до последнего времени она все время ходила на уроки к детям с этим вот браслетом. Виктор Зарубин учился в школе Левобережного района. Пришел на акцию, потому что в другую школу ему пришлось перейти именно из-за пророссийски настроенных учителей. Я встречал, ну, несколько пророссийски настроенных учителей, которые очень умело изворачиваются. Но при этом, когда двери класса закрываются, и учитель остается наедине со своим классом, начинается... как открытая агитация. Поддержать учителей пришла молодая семейная пара. Они спорили с митингующими, так как не уверены, что имеются достаточные доказательства, чтобы увольнять преподавателей. Меня изначально, то есть, возмутило то, что учителей беспочвенно, грубо говоря, по большому счету обвиняют. То есть, ну в чем их обвиняют? По какой статье их уволят? Высказать свое мнение на акцию пришли и работники сферы образования. Дети – это будущее нашей нации, будущее нашей Украины. И поэтому их нужно воспитывать патриотически. Заявление с требованием уволить педагогов организатор акции Галина Однорог зарегистрировала у юриста отдела образования. Будет проведено служебное расследование однозначно. Все материалы будут переданы в Службу безопасности Украины. Требуя увольнения 8 учителей, активисты ссылаются на статью 56 Закона Украины об образовании. В управлении, в свою очередь, объясняют, необходимо придерживаться процедур. Сроки проведения служебного расследования будут определены начальником отдела образования Мариупольского горсовета. Как нам сообщили, в данный момент ее нет в городе. При этом в управлении заявили, что подобные действия коллег не одобряют. Никакого интереса в том, чтобы эти люди работали, продолжали работать педагогами, у нас нет, уверяю вас. Мы тоже за то, чтобы в рядах учителей были достойные, порядочные люди, у которых четко украинская позиция. Журналисты общественного телевидения Донбасса связались с учителями, против которых устроили акцию, и их родственниками. Дочь Аллы Федоровны Марокко, одной из учителей, о которых идет речь в статье сайта, считает обвинение в сепаратизме ничем не подтвержденной и необоснованной клеветой. Со стороны Аллы Федоровны не было ни высказываний, не было ни выступлений, ни распространения информации, ни действий, направленных на посягательство целостности, суверенности Украины, а тем более на создание нового государства. И под роликом, кстати, на котором стоит ее лайк, который не говорит абсолютно ни о чем, не имеет под собой никакой смысловой нагрузки, которую она никак не откомментировала, она ним субъективно утверждает, я даже зацитирую, что Алле Федоровне очень нравится, как российские пропагандисты разносят щепки хохлов. Вот мне интересно, кто же дал такое право решать за нее, что ей очень нравится, что ей не нравится или вообще не нравится. И сайт 0629, не проверив информацию, не имея официальных заявлений представителей правоохранительных органов, не имея решения суда, ведь в Украине существует презумпция невиновности, и человек может быть признан виновным в том или ином совершении правонарушения либо преступления только по решению суда, которое вступило в законную силу. Также Анна говорит, те, кто обвиняет ее мать, не побывали ни на одном ее уроке, не пообщались с коллегами-педагогами, детьми и родителями. Поэтому обвинение в некомпетентности и непрофессионализме, по ее словам, клевета. Мы намерены подавать иск в суд о защите чести и достоинства и опровержении этой информации. Подать в суд намерена и замдиректора по воспитательной работе школы номер 68 Алла Ткаченко. Относительно статьи у меня был шок. Потому что это чистая ложь.
пикет. Ну, как бы неожиданная реакция. Вот, количество людей меня смутило. Вот, люди, не зная человека, не общавшись с ним, не имея никаких доказательств весомых, обвинять в том, что человек сепаратист, и считаю, что это просто, ну, даже по морали и этике это неправильно. Царев, Тимошенко, Ляшко, Тягнибок, все равно, кто бы это говорил, я бы действительно поделилась бы с населением, что в 2013 году еще знали о том, что будет война. Алла Георгиевна – одна из тех, кто пострадал во время обстрела микрорайона «Восточный». Возле ее дома 24 января 2015 года упал снаряд, повредив крышу и окна. Действия украинского правительства в сфере мирного урегулирования она считает недостаточными, поэтому поделилась на своей страничке карикатурой. Дальше меня обвиняют в том, что я ставлю лайки под карикатурами на Порошенко. Согласно Конституции, президент – гарант населения. Где этот гарант, когда ежедневно, утром и вечером взрывы, выстрелы, и неизвестно, чем этот выстрел или взрыв закончится. Как далее будут развиваться события, следите вместе с общественным телевидением Донбасса.